Вторая часть урока. Продолжаем вязать кота. Сейчас мы с вами будем вязать туловище. Делаем кольцо, провязываем одну воздушную петлю и провязываем 6 столбиков без накида внутрь этого кольца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо. Вяжем второй ряд. Провязываем по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2 в первую петлю. 1, 2 во вторую петлю. 1, 2 в третью петлю. 1, 2 в четвертую петлю, 1, 2 в пятую петлю и в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида. Вот мы довязали второй ряд. В конце второго ряда у нас получилось 12 петель. Вяжем третий ряд. Провязываем 1 столбик, далее делаем прибавку. В следующий столбик провязываем 2 столбика. 1, 2. Затем повторяем, в каждую вторую петлю делаем прибавку, провязываем столбик, далее вяжем прибавку, 2 столбика в одну петлю. Затем снова столбик, прибавка, 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда. В конце третьего ряда у нас получится 18 петель по кругу. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика. 1, 2. В третью петлю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. Затем повторяем 2 столбика. 1, 2. В третью петлю вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 24 петли по кругу. Мы сделаем 6 прибавок. Пятый ряд. Делаем прибавку в каждую четвертую петлю предыдущего ряда. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1, 2. Затем повторяем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертую петлю вяжем прибавку 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда. В конце пятого ряда у нас получится 30 петель по кругу. Шестой ряд. Делаем прибавку в каждую пятую петлю. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятую петлю провязываем прибавку. Вяжем 2 столбика в одну петлю. 1, 2. Затем повторяем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. 1, 2. И так вяжем до конца ряда. В конце шестого ряда у нас получится 36 петель по кругу. Довязав шестой ряд, продолжаем вязать дальше. С 7 по 23 ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю. Без прибавок. Провязываем столбик в каждую петлю предыдущего ряда. И так вяжем 17 рядов. Провязав 17 рядов по одному столбику в каждую петлю, вяжем следующий 24 ряд. В этом ряду мы будем убавлять. Провязываем 4 столбика в каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Провязываем 2 столбика вместе. Затем повторяем 4 столбика. 1, 2, 3, 4.
Далее делаем убавку, 2 столбика вместе. И так будем вязать до конца ряда. В этом ряду мы сделаем 6 убавок. В конце 24 ряда у нас будет 30 петель по кругу. Довязав 24 ряд, 25 и 26 ряд вяжем по одному столбику в каждую петлю. И так вяжем 2 ряда. Провязав 2 ряда по одному столбику в каждую петлю, вяжем следующий 27 ряд. Провязываем 3 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. Далее вяжем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Затем повторяем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее вяжем убавку, 2 столбика вместе. И так вяжем до конца ряда. В конце 27 ряда у нас получится 24 петли по кругу. Довязав 27 ряд, 28 и 29 ряд вяжем без убавок, по одному столбику в каждую петлю. В конце 29 ряда у нас должно остаться те же 24 петли. И так вяжем 2 ряда. Провязав 2 ряда в каждую петлю по одному столбику, вяжем следующий 30 ряд. Провязываем 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1, 2. Далее вяжем убавку, провязываем 2 столбика вместе. Затем повторяем. Провязываем 2 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1, 2. Далее вяжем убавку, 2 столбика вместе. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду мы сделаем 6 убавок. В конце 30 ряда у нас получится 18 петель по кругу. Довязав 30 ряд, у нас получилось 18 петель по кругу. 31 и 32 ряд провязываем по одному столбику в каждую петлю. Итак, вяжем 2 ряда. У нас должно остаться то же количество петель. Их у нас сейчас 18. Довязав 32 ряд, обрезаем нить и закрываем петлю. Туловище кота у нас готово. Теперь с помощью синтепона набиваем его до нужной нам плотности. Набив туловище до нужной плотности, будем вязать ножки. Берем белую нить, делаем кольцо. Провязываем одну воздушную петлю и вяжем 6 столбиков без накида внутрь этого кольца. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Начинаем вязать второй ряд. Второй ряд вяжем по 2 столбика в каждую петлю предыдущего ряда. Первую петлю 2 столбика, один, два, во вторую петлю 2 столбика, один, два, в третью петлю, один, два, в четвертую петлю 2 столбика, пятую петлю 2 столбика провязываем без накида и в последнюю шестую петлю вяжем 2 столбика. В конце второго ряда у нас получилось 12 петель по кругу. Вяжем третий ряд. Провязываем 3 столбика по одному столбику в каждую петлю. 1, 2, 3. Дальше вяжем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. 1, 2. В этом ряду мы сделаем 3 прибавки. Еще осталось повторить 2 раза. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Далее делаем прибавку. 2 столбика в одну петлю.
И повторяем еще раз. 3 столбика. 1, 2, 3. Далее вяжем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Вот мы довязали третий ряд. В конце третьего ряда у нас получилось 15 петель по кругу. Вяжем четвертый ряд. Провязываем по одному столбику в каждую петлю. Этот ряд вяжем без прибавок. Итак, нам нужно будет провязать 4 ряда с 4 по 7. В каждую петлю по одному столбику. Провязав 4 ряда столбиком и без накида, в каждую петлю по столбику обрезаем белую нить. Далее будем вязать нитью основного цвета. Берем синюю нить, присоединяем к вязанию. Хвостики синей и белой нити связываем между собой, чтобы вязание не распускалось. Завязываем 2 узелка. И начинаем вязать 8 ряд. В первую петлю провязываем столбик без накида, далее делаем убавку. Провязываем 2 столбика вместе. Всего в этом ряду мы сделаем 5 убавок. Это первая была. Далее повторяем то же самое. Вяжем столбик. Далее провязываем убавку. Это вторая убавка. Затем снова столбик. Убавка. 1, 2. Две петли провязываем вместе. Это третья убавка. Далее вяжем столбик, затем убавку, 2 столбика вместе. Это четвертая убавка и осталась последняя убавка. Провязываем столбик, далее провязываем 2 петли вместе. Делаем убавку. Вот мы довязали 8 ряд до конца. В конце 8 ряда у нас получилось 10 петель по кругу. Далее с помощью синтепона набиваем ножку. Набив ножку до нужной плотности, вяжем следующий 9 ряд. Провязываем по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. В ряду у нас 10 петель. И таким образом нам нужно будет провязать 20 рядов без прибавок и убавок по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Вяжем 20 рядов. Провязав 20 рядов столбиками без накида, ножка готова. Обрезаем нить и закрываем петлю. Затем, повторяя с первого ряда, вяжем еще одну такую ножку.